Новость для автомобилистов. Сегодня участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург от столицы до Солнечногорска стал платным. Стоимость проезда зависит от времени суток, типа автомобиля и направления движения. Дешевле всего путь ночью от аэропорта Шереметьево до Зеленограда, всего 50 рублей. Что касается дороги из Москвы до Шереметьево, стоимость варьируется от 100 до 250 рублей. Дороже всего поездка из Москвы в Солнечногорск и обратно. В будни для легковых машин из столицы от 200 рублей. Ночью до 500 в часы пик. В Москву от 250 до 600. Впрочем, предусмотрены скидки для тех водителей, которые пользуются так называемыми транспондерами, устройствами, которые позволяют дистанционно взимать деньги на пунктах пропуска.